Мерный писк металлоискателя для инженера сейчас как белый шум. Обращают внимание только на изменение сигнала. Но проверяют взрывотехники буквально каждый сантиметр. По сюжету учений, здесь, в любом месте, может быть взрывное устройство. Для передвижения личного состава и техники по дорогам производится инженерная разведка. Разведка производится с помощью технических средств поиска, а также с применением служебных собак. В случае обнаружения взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств производится их разминирование. Когда устройство найдено, его помечают специальным маркером. После взрывчатку минируют и уничтожают. Вся работа по поиску и разминированию взрывных устройств на плечах инженерно-технического подразделения ОМОН. Здесь служат специалисты самой высокой квалификации – взрывотехники и кинологи ОМОН Росгвардии. Сообщения о заложенной бомбе, забытом пакете или сумке – все это рабочие будни для сотрудников. Хотя статистика впечатляет. Только за прошлый год инженеры Росгвардии обнаружили и обезвредили свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов по всей России и более 650 килограммов различных взрывчатых веществ. В этом, прямо скажем, суровом деле им помогают служебные собаки. Здесь сидит Забава. У нас сейчас спрятался, не видно. Вот. Малинуа порода. И вот здесь Нора, наша самая молодая. Помимо поддержки в живой силе от четвероногих специалистов, саперы Росгвардии оснащены самыми современными техническими средствами. В их арсенале металл-детекторы, искатели взрывных устройств, бронежилеты, защитные шлемы и костюмы. В общем, все, что нужно для четкого выполнения задания. Валерий Седов, телекомпания «Город».